Всем привет, с вами ProGamer. В этом видеоролике я хотел бы рассказать вам, как пользоваться одним очень интересным приложением, и называется оно «Музыка Билайн». Ну а также отмечу, что это приложение доступно совершенно бесплатно на платформах Google Play или же App Store, ну а также на платформе Google Play это приложение имеет вот такую вот статистику. Статистика довольно-таки хорошая, не у каждого приложения есть подобное. Ну а также перед началом самого видеоролика хотел бы попросить вас подписаться на мой канал, ведь меня смотрят больше всего аудитории без подписки, подпишитесь, мне действительно будет очень приятно. Ну а на этом мы начинаем сам видеоролик. Так, приходит в приложение, открывается вот такой вот интерфейс. Интерфейс довольно-таки несложный, разобраться в нем проще простого. То есть тут достаточно все очень легко. Есть подборки разные, то есть жанры треков, то есть обычные, так сказать. Если сравнивать с другими приложениями, где вы можете прослушать музыку, особо-то кино они ничем не отличаются. То есть разделы разве что могут быть расположены по-другому, то есть интерфейс слегка изменен. Ну и впрочем-то в целом они все подобны, то есть для прослушки музыки. То есть тут по поводу того, как пользоваться, я думаю, проблем в принципе возникать никаких не должно. То есть заходите, слушаете музыку и впрочем-то все, в принципе, выходите. То есть тут в этом плане все очень просто и понять это абсолютно легко. Но, конечно же, если у кого-то из вас будут какие-либо проблемы при использовании этого приложения, то просто напишите в комментариях под этим видеороликом, и я вам постараюсь помочь, то есть объяснить, что к чему и так далее. Хотя бы для того, чтобы вы понимали, как им пользоваться, если у вас действительно в этом наипростейшем приложении что-то не получается. То есть вот. Ну, также, конечно же, не забудьте прямо сейчас спуститься вниз и поставить лайкосик. Мне действительно будет очень приятно. Ну, а сейчас как бы я уже рассказал все, что хотел, теперь я уже в целом буду завершать сам видеоролик. Огромное спасибо каждому человеку, который досмотрел до самого конца. С вами был ProGamer. Всем до новых встреч, друзья. Увидимся в следующем видеоролике.